Сокращение расходов горожан на тепло и доступность услуг теплоснабжения для одесситов – главная цель договора, подписанного между мэрией и американским агентством USAID. Программа взаимодействия разработана на 3 года. Сначала проведут анализ схемы действующих теплосетей и разработают новую. Схема будет предпроектным предложением реорганизации всей системы теплоснабжения Одессы с учетом новых микрорайонов. По итогам тендера уже определили исполнителя работы. Им стало госпредприятие «Киевбудинвест». Следующий этап – разработка комплексной долгосрочной инвестиционной программы и проектной документации. Для этого город надеется привлечь дешевые кредиты Европейского банка реконструкции и развития. Новую схему теплоснабжения оплатят из бюджета мэрии, другие расходы должны взять на себя международные партнеры коммунального предприятия. Для того, чтобы тепло оставалось доступным, для того, чтобы сдерживать рост стоимости тепла, нам необходимо внедрять комплекс тех мер, которые бы позволяли нам экономить. И основное направление, на котором мы сегодня сосредоточены, это экономия на энергоресурсах. Потому что львиная доля себестоимости тепла – это стоимость газа.